Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 сентября. Память святой мученицы Людмилы. Блаженная Людмила была родом из Сербии, дочь сербского князя. Ее отдали в замужество чешскому князю Боревою. В то время чешский народ еще не был крещен. Сам князь Боревой и его молодая супруга были язычниками. После своего брака они уверовали во Христа и крестилась во имя Отца и Сына и Святого Духа, построили церкви и поставили при них священников. У них были 3 сына и 1 дочь. 36 лет от роду Боревой умер. Блаженная Людмила переносила свою печаль с полной преданностью воле Божией и все свое имущество раздавала нищим. Сын ее, Вратислав, вступил на престол после отца своего и правил своим народом 33 года, после чего также скончался. Власть взял в свои руки Вячеслав, внук Людмилы. Тогда мать Вячеслава возненавидела свекровь свою Людмилу и всячески старалась погубить ее. Узнав об этом, Людмила удалилась в город Тичин. Сноха ее подговорила 2 бояр и послала их в Тичин, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти 2 злодея, пришедшие туда, собрали вокруг себя многих других подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор и самый дворец, где находилась блаженная Людмила, разломали двери и вошли внутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу, в 1 часу ночи. Ей было тогда от роду 61 год. Бог прославил многими чудесами место ее погребения. Она погребена была не в церкви, а под городской стеною. Каждую ночь над тем местом являлись горящие свечи. Один слепец прозрел, когда прикоснулся к земле с могилы святой Людмилы. Услышав о таковых чудесных знамениях, внук ее Вячеслав совершил перенесение ее мощей в город Прагу и положил их в церковь святого Георгия, где и ныне они источают много знамений и чудес. Окаянная же мать Вячеслава погибла злою смертью. Мученическую кончину святая Людмила приняла по наветам невестки своей, Драгомиры, возвратившейся к язычеству в 927 году. При гробнице ее совершили знамения чудеса, молва о них понудила князя Вячеслава торжественно перенести нетленное тело ее в Прагу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.